Всем привет! Мы приехали в Sam's Club. Тут у нас сегодня намечается продуктовый шопинг, если успеем. Нам еще потом в Costco заехать надо. Посмотрим, что тут есть. Это наш первый, можно сказать, большой продуктовый шопинг в этом году, в новом году. Вот эти мешочки, они еще есть на скидке, оказывается. Попкорн, это который из них вообще? Дизайнс. Это хорошая цена на скидке. За 12,48 два таких вот геля для душа. Body Wash. Dove. Я летом вот этим пользовалась, этим я не пользовалась, не знаю, но цена хорошая. Баруха шампунь, вот Swagger, это для волос, да, это шампунь. 10,84, вот такая большая бутылка с пампом, литр тут. И еще ему нужен гель для душа. Где тут гель для душа Old Spice? Тут один остался, только нет, это для волос. Смотри, Head & Shoulders тоже 10,98. А вон твой, да, у Саши очень хорошая цена, между прочим. За $7 такой большой. Ты так, за такую цену ты не найдешь. В Walmart поменьше ты купишь за 6, что ли, оно стоит 8 где-то там. Тут и Axe есть. Так, а где Old Spice? Это для волос. Blend. Подожди-ка, Old Spice. Что это? Ты на это хорошая цена. CeraVe. Это умывашка. Тут две таких вот бутылки. $3 скинули за 15,98. То, оказывается, шампунь и кондиционер два в одном. А гель для душа тут мужской. Тоже на скидке $3 скинули. Две вот таких вот бутылки. С пампом за 12,98. Все они похожи, Old Spice, еще название одинаковое. Еле тут разглядела, хорошо мимо не пошла. Вот тут вот шампунь для волос. Тут вот, я имею в виду, для волос написано. Все. А внизу вот гель для душа по две штучки продают. Вот возьму этот. За 12,98 две бутылки. Фисташки тут намного дешевле, чем в Costco. Сегодня на скидке. Килограмм .36 за 13,48. Такой вот пакет там 17 будет, что ли, стоить. Где-то в районе 15-16. Тут душистые розы продают за 11,48. Цена хорошая. Думаю, может посадить, мне этот цвет понравился. Или розовые. Этот возьму. Посмотрим, что вырастет. На чайную розу похоже. Белой нету. О, фрези. В общем, тут фрези. Фрези по 15,48 за вот такой вот мешочек. Интересно. Лилии. Разные цветочки. Оказывается, в Sam's Club вот и Gap есть, гэповские вещи. Интересно, как первый раз вижу. Виноград по 6,96. Название такое прикольное, Драгон. Килограмм .36. Такие вот макароны, 6 коробок внутри, пены.
Мои дети любят по-флотски. За 82. Хорошие. Вот этот бренд, он самый лучший из всех, что я пробовала. И мои дети тоже его любят. Он не разваривается. Риськи! Лися! О, это я хочу посмотреть. Лисокошка. Лисокошка! Лисокошка! Всем приехали в Костко. Доехали. У нас где-то полтора часа еще есть. Успеем до закрытия. Сабринка мне тут показывает лису. Куско, скидки на вот такие всякие витамины С для иммунитета. Вот такие вот жевательные желейные конфетки за $12. $4 скинули для иммунитета. Куркума, куркумин или как его. Говорят, что тоже полезно, противовоспалительное действие имеет. 240 штук за 25,49 сегодня. Я никак не выздоровлю. Я вообще за последние 2 месяца, вот с ноября, 3 вируса подряд меня атаковали. И никак не выздоравливаю. Кашель такой сильный. Ночью вообще тяжело. Вот еще один турмерик. Это $30. Ну не дешево, а что они такие дорогие? Вот еще один. Лисить тебе надо. Да я не знаю, как оно действует. Столько всяких витаминов пью. Никакой пользы не чувствую. $23. Такой вот набор витамина С. Порошок. 120 пакетиков. $23. На все, да, вот это вот скидки. Витамин D. Ты хотела, кстати, мелатонин попробовать, потому что у меня с этими болезнями сон пропал вообще. Нормально не высыпаюсь. Больше кашлю, наверное. Сегодня на скидке мелатонин. Было 12, сейчас за 8. Сколько тут? 250 таблеток. Ковры по $80. Такие хорошие. Такой вот рисунок. Вот этот протеин, который я всегда хвалю на скидке сегодня. На большой скидке. $9 скинули. Они его, конечно, подороже сделали сначала. 34, а сейчас за 25. Ты взял, что ли? Оно намного полезнее, чем который вот этот вей, потому что здесь я еще раз покажу, если вы новенькие. Холестерин, да? Здесь 0 миллиграмм. И вот этот самый популярный вей, который. Смотрим холестерин. 55 миллиграмм вот тут. Так что делайте выводы, если у вас высокий холестерин. Он еще и дорогой сегодня на скидке, правда. $15 скинули. Так, оно 64, сегодня за 49. Сколько тут? 2,5 килограмма. Рекламу не буду ему делать. Спортсмены им пользуются, но я слышала, что именно из-за таких вот добавок у спортсменов бывает инфаркт, инсульт. В общем, знаете, да, холестерин вредно. Так что, если вам нужен протеин, но без холестерина, то рекомендую вот этот. Я давно его, лет 6, наверное, пью, нормально все. Его просто добавить в свой любимый смузи, коктейль какой-нибудь, и все. Или на завтрак можно даже оладушки сделать, панкейки. Я смотрю на многие витамины скидки. На вот эти Smarty Pants детские витамины $4 скинули. Сегодня за 14. Нет, это не Марс. Вот. Вот Smarty Pants. 180
таких желейных конфеток за $14 сегодня. Вот то же самое, что мы взяли в Sam's Club сегодня за 12 с чем-то. $16. Я, конечно, потом сравню и этот размер. Но вроде такой же. Здесь 16. У меня еще много таких, но я хочу показать. В прошлый раз я брала, они очень вкусные. Рисовые вот эти крекеры. 11,59. Я себе смогу, например, немножко сыра положить. Саш, такую штуку взял. Это из бобов, да? Pinto beans спред такой. Попробуем. Говорит, вкусный. В Sam's Club я макароны взяла. Надо взять спагетти. $12. Надолго хватает вот это. Что-то взять неудобно. 8 пачек. Органический. Столько. В прошлый раз вот эту штуку хотела попробовать. Карри. Butternut карри. Это с тыквой, я так понимаю. 9,89. Две баночки. В каждой баночке по 461 грамм. Как ты думаешь, это будет вкусно? Да, вот веганская. Но не знаю. Creamy coconut and warm ginger. Индия. Я люблю индийское. Даже не знаю, будет вкусно? Там джинджер есть. Я не знаю, что делать. А вдруг невкусное? Две баночки. Что, из водички, что ли, продукты? Да, поем. Ты доешь, да, Саша? Да. Спаситель наш. Альфредо. Смотрю, этот бренд Раус Альфредо появился. У них только вот этот был. Маринара. Ну, мы взяли в прошлый раз. Есть у нас? Муку мы не пропустили. Мука. 16,49. Две пачки. В каждой пачке по 4,5 килограмма. Органическая. Это вот хорошее. Ну-ка, где тут? Вот. Здесь. Сушеные, как это называется, сушеные, нет, сушеные на солнце томаты, бальзамический винегер тут есть, оливковое масло, 9,69. Сколько тут? Килограмм, наверное, по ощущениям выйдет. Боруха любимые печеньки за $12 сегодня. $3 скинули. Белвица. 30 пачек тут в каждой по 4 печеньки. Очень вкусные. Вот эти вот сосиски Барух просил. Hebrew National. За $12 4 пачки тут должно быть. Если они не поменяли. Вот. В каждой пачке по 7 штук. Это говяжий. Да не хочу. Вот эти возьму. Торти, кесадии делать. $8. 44 штуки, они сырые. Вот тут раз попробую такие взять. Нарезка из индейки. 3 пачки. 11,79. Запеченные. Такой вот вагю продают. 86,39. За фунт 89. То есть $90 почти. $3.39. 12 вот таких булок на хот-дог с кунжутом. Здесь холодно. Ужасно холодно.
Молоко еще. Молоко. Вот такое возьму. Так, сколько тут? 2%, 2%, 6,49. Две канистры. В каждой канистре. Ну, в общем, в целом 7,5 литра получается за две канистры. Еще такие мини-ти-шотс продают. Это такие шоты для иммунитета. $15. Сколько-то 10 таких бутылочек. Слушайте, а яиц-то нету? Есть вот такие вот жидкие. А в пачках нету. Интересно, почему? Детям возьму такие. В школу они берут сок. 40 здесь таких вот. Как вот таких пакетиков. Тюбиков, да, можно сказать. В общем, 40 штук. Еще другой вид тут есть, киви, но они что-то ему не очень. Вот этот возьму. Нам нужны мусорные мешки. Закончились. Они так надолго хватают. Где те, которые мы берем? 13 галлон. А в чем разница? Scented. Эти с ароматом. Может, вот эти возьму? У нас вот эти были. Цена одинаковая. 16,89. 200 мешков. Вот эти вот губки для мытья посуды. Они сегодня на скидке. Сколько тут штук? 24 штуки за $11 сегодня. Было по 15, вот $4 скинули. Это очень хороший дел. Выгодная скидка, сделка. У нас еще не закончились, но пусть будет, что в следующий раз, когда будет нужно, скидки не будет. Это вода, Саш. Сколько тут штук? 12 за 11. А в чем отличие, Саш? Что тут такого? Вкусно. Просто вкусная? Она газированная? Нет. Нет. Просто вкусно, говорит. Чистая, да? В общем, очень странно. И воды много и нету. Воды и яиц нету. Огурчики по $6. 680 грамм. Мы с Сабринкой любим эти. Сабринка хотела брокколи. Увидела уже нарезанные. $3 за $6. Ой, перцы надо взять. Саша завтра хотел димламу. Как раз красные перцы надо. $8 за 6 штук. А что они подорожали? Ничего себе. Надо было в Sam's Club посмотреть. Ну да ладно. Новый год, новые цены. Так. Все такие нехорошие. Ладно. Вот эти вот листья салата возьму. Сколько здесь? 6 таких качанчиков за 3,59. Хурма. $9. Вот. За 9 штук. Она какая-то вся помятая, печально выглядит. Ну что они все такие? Так,
возьму. Какие-то они все потрепанные, как моя душа. Ну ничего, возьму. Главное, вкусные, чтобы были. Помидорки Кампари. 5,29 за 908 грамм. Мы с Сабринкой любим. Вот Сабринка хотела эти... Саш, она хотела колбасу. Смотри, тут есть биф из говядины. Говорят, что она кошерная. 13,59. Две вот такие палочки. Проверь. Там нету свинины. Если кошерно, значит нету свинины, правильно? А написано кошер. Ну посмотри, кошер написано вон там наверху. Да. А на самом что написано? Доверяешь? Да. А то она так хочет салями, но здесь вот, вот такие. Одна свинина. Я окей со свининой, вот Саша как-то против свинины, он прям, он не такой ортодоксальный, но... О, еще и важно, какой именно раввин? Ладно, нормально, хорошо. А в чем разница, что есть у вас некошерный раввин? Есть, вот смотри, вот здесь стемп. Что за стемп? Штампа. И что за штампа? Ну это хорошая тортика, это нормально. Ну смотри, если ты так говоришь. Главное, чтобы Сабринке вкусно было. А это копченая рыба за $19. Барушке в прошлый раз так понравился суп, который приготовила с вот этим именно бараньими ребрышками. В прошлый раз они дешевле стоили вроде. Все? Да. За фунт $13. Просто здесь, наверное, 2 фунта, да? 24. Нет, больше. 24,81 с такое. Возьму 2. Ну вот, в прошлый раз мы точно такое же количество взяли за 15. Вот, 4,94. Возьму эти. Да, Саша думала, му хочет. Потом еще, может, плов сделаю на неделе. Или манты. Так что нужна баранина. Хочу поменьше взять. Вот, $25. Вообще. 25,36. За фунт 5,49. Нормально, хорошо. Тут уже замаринованное мясо для стейка. Такие вот куриные кебабы взять баруху для пробы, думаю. Возьму вот эти. Приготовлю им как-нибудь за $15. Две пачки, 12 вот таких вот больших сарделек, да? Куриные, копченые. Кажется, баруха маффинов опять нету. Надо было банановые взять. Блин. Какая досада. Саш, надо было в Сэмс Клабе банановые взять. Вот откуда же я знал, что не будет маковых баруха? И что делать? Он же меня съест. Ну да, банановый пусть делает, а так я ему возьму вот эти круассанчики. Круассанчики за $6, 12 штук. Может, найдешь? Не найдешь? А? Не найдешь? Что я должен искать? Маковые маффины. У тебя глаза острые. Класс, а? Маффины, какие маффины? С маком. Спасибо.
Хорошо, я кассу тебе жду. Ладно, давай я сюда пройду. Буду искать скидки. Ну почему как? Говорит, голодный как зверь. Адидасы. По хорошей цене. Адидасы с флисом внутри. За $14 сегодня было 18. Барушки надо взять. Правда, они ему маловаты будут, но зато теплые. Может, есть 16-18. Сабринка выбирает себе штаны, говорит, вот эти хочет. Смол возьму. В прошлый раз вот эти брали. Эти штанишки. Сейчас скажу, сколько. Мандетта. За 9,97, я так поняла. Все летнее уже поставили. Вот эту теплицу, которая мне нравится. За 1349. Точнее, 1350. Ой, какой комод шикарный. Я так комод хочу. Такой классный. Сколько этот комод стоит? $900 стоит этот комод. Сабринка напомнила, что мы в прошлый раз вот эти брали. Вкусные очень такие вафли. Они веганам подходят. $11. Сколько тут штук? Сейчас. 24 штуки. Голдфиш хочешь? Сейчас возьму уже. Меня, видите, миллионер, это Саша мне звонит. $13. 45 штук пакетики. 45 пакетиков. Сейчас, подожди, не отвлекай. У меня тут все и в руках, и два человека на телефоне. Сейчас быстро возьму и пойду.